Павел, вот уже несколько дней Нефчи находится на учебно-тренировочных сборах в Турции. Хотел бы узнать твое мнение относительно сборов, а также относительно конкуренции в команде. Так как в твоем, так сказать, распоряжении находятся сейчас три вратаря. Это хорошо знаком нам Саша Стаменкович, Максим Вайло и новый трансфер Нефчи Агиль Мамедов. Нет, все по плану работаем. Есть программа у главного тренера, у меня. Вот, и все ребята выполняют на 100%. Так что все молодцы, вопросов нет вообще, просто все. Я не ожидал, что так будет все прекрасно, супер. Вот. В сборах условия созданы вообще прекрасные, даже поле идеальное. Это спасибо большое нашему президенту Садык Малиму, что он для нас так старается. Так что все прекрасно, с хорошим настроением, трудимся, работаем и готовимся ко второй части чемпионата. Все супер. Над какими недостатками сейчас вы больше работаете? Ну, как сказать, они уже два зрелых вратаря, да, Макс Вайло, так его немножко шлифовать надо чуть-чуть. Вот, они два играющих, как бы, в принципе, надо их поддерживать, потому что в таком возрасте что-то менять – это глупо и нецелесообразно, на самом деле. Так что мы работаем насчет, скажем, сильными качествами, мы их покрываем слабые, вот так скажем. А насчет Агиль Мамедова что ты можешь сказать? Прекрасный вратарь, очень меня удивил, я очень доволен, хороший парень, на самом деле, работяга, трудолюбивый. Я думаю, что он сможет составить Саше конкуренцию 100%. Нефчи heyetinde 9 maçta çıktın. Bu barada fikirler bir bilmek isterdik. Birinci oyunumuzdu, komanda ilə belə də bir şey. Uyğunlaşmaq biraz çətin gəldi adama. Çünki neçə illə başda oynamışam. Başdan sonra birinci komandam Nefçidir. Böyle pis alınmadı. Şükür Allah ki, birinci oyunumuzda qələbə qazandıq. İnşallah çalışacağız ki, buradakı oyunlarda qələbə qazanaq və çempionata laf yaxşı həvəsinə gedir. Adaptasiya prosesi sənin üçün çətin keçdi? Biraz çətin olur, istər-istəməz yenə dediyim kimi. Bakıdan sonra birinci komandan bura, biraz çətindir çəkirəm. Amma inşallah oynadıqca, vaxt keçsə düzələcək olan kimi. Саша, расскажи, пожалуйста, о сборах, которые проводит Нефчи в Турции. Сейчас первая фаза и должно, что и так, как надо, сейчас тяжело. А мы думаем, как время здесь будет быстро приходило, да будет все лучше и лучше. Самое главное, что бы се закончило се, чтобы сбор закончился, чтобы никто не травмировался, чтобы все здоровы развинились в боку. Что ты можешь сказать о своей конкуренции с Агилем Мамедовым? Pa zdesi, evo, očinu uvažajem i Agila i Maksa i eto, konkurencija je normalna za každog vratara što bi on stal učin.